И сегодня наш телеканал с 4-летием поздравил полномочный представитель президента России в СКФУ Олег Белавинцев. А вот что он сказал. Большой региональный медиахолдинг, который даже на старте своей работы становился обладателем общероссийского рекорда по скорости запуска проекта, вы знаете, и сейчас продолжает выпускать многочисленные репортажи и материалы, которые отмечены огромным количеством наград. Это нас очень радует. Это и новостные, и развлекательные, и познавательные программы, документальные фильмы. Вот, Станислав Сергеевич, примите наши искренние поздравления по этому случаю. Ну, мы и вас поздравляем, и ваших сотрудников. Ну, и, конечно, для нас, для всего Северо-Кавказского федерального округа, это, ну, такая знаковая дата, когда появляются такого рода каналы.